Профессия водителя стала самой востребованной на Камчатке. Об этом сообщили в агентстве по занятости населения и миграционной политике субъекта. На втором месте по востребованности в крае – врачи. Требуется более 500 специалистов различных направлений. В это число входят и 203 вакансии для медицинских сестер. На третьем месте – инженеры – 273 человека. Также камчатским работодателям очень не хватает слесарей и учителей.